столице республики завершился ставший уже традиционным общегородской турнир по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» 2022. Организатор турнира – Управление молодежи, культуры и спорта администрации города Цхинвал. Как отметили организаторы, каждый год дети с удовольствием принимают участие в соревнованиях. 12 команд собрались с разных районов нашего города. Очень много участников. Турнир проходит очень нормально. Вот посмотрите, маленькие будущие наши знаменитости по футболу. И играют с интересом в футбол. Участниками турнира стали спортсмены трех возрастных групп. Младшая возрастная группа 2010-2011 года рождения. Средняя возрастная группа 2008-2009 года рождения. И старшая возрастная группа 2007-2008 года рождения. В каждой команде участвовало по 15 игроков. Соревнования проходили 5 дней. По итогам турнира были определены лучшие команды и игроки. Среди команд старшей возрастной группы третье место заняла команда «Аланы», второе – команда «Улицы Сталина». Победителями в группе стали «Барсаланы-1». Лучшими игроками группы стали вратарь Арсен Кулумбеков, защитник Олег Хугаев, нападающий Алан Кукоев, лучший игрок возрастной группы Суслан Хубаев. Среди команд младшей возрастной группы третье место заняла команда «Спартак», второе – команда «Целинников-2». Первое место заняла команда «Целинников-1». Лучшими игроками группы стали вратарь Сергей Голованов, защитник Олег Кукоев, нападающий Арсен Джиоев, лучший игрок возрастной группы Олег Газаев. Среди команд средней возрастной группы третье место заняла команда «Фаранг». Второе место досталось команде «Барсалан-2». Победу в турнире одержала команда «Барсалан-1». Лучшими игроками группы стали вратарь Суслан Сланов, защитник Андрей Газаев, нападающий Сармат Лулоев, лучший игрок возрастной группы Александр Качмазов. Награды победителям и призерам клуба «Кожаный мяч» 2022 вручал исполняющий обязанности министра обороны республики, президент Федерации футбола Республики Южная Осетия Владимир Пухаев. Все игроки команд победителей были награждены медалями, всего 35 комплектов, не считая индивидуальной награды. Эльвира Тибилова, Алим Бетеев, Александр Кочев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.